Да. Раньше была. Не спеши, Дед Мороз. В молодости, в юности. Да. Давай мои подарочки подарим. Давай. Всю жизнь по крошкам собирала. Вот пирожки с лягушатинкой. Да с мухоморчиками. Угощайтесь. Что еще предложить? Платье от Дольче Габбана. Да. Носила молодая была, модная. А разрез? Да, ой, вот, видишь, сколько разрезов. Иди сюда, я вся твоя. Муха, ой, морчики. Так, что еще предложить? У меня еще есть подарок. О, самое лучшее средство от конфликтов. Привилазываешь, притягиваешь, никаких конфликтов. Кому надо? Кто у нас конфликтный? Кто конфликтный? Он может быть уже. Нравятся мои подарочки? Нравятся? Так что выбирайте мои подарочки и хватит вам. Что хватит? Я так считаю. Маловато будет. Баба Яга. Ну ладно. Припрятала я твой мешок. Он должен пищать от меня. Припрятала. И отдам с условием, чтобы меня гости потишили. Так тому и быть. Встречаем полномочного посла из татаро-монгольского ига, ой, республики Тартан Мамай Чингиз Батыр. А, татаро-монгал, понятно. Телохранителем-переводчиком. Встречаем.